песни «Нива жизни» создала сейчас такую атмосферу. Вот она как будто расширила границы. Она как будто подняла над миром и помогла увидеть, какой большой мир, какие в нем возможности заложены. Создало ощущение чего-то большого, необъятного, глобального и при этом совершенно вот плодородного, какого-то благодатного. Как будто песня сейчас рассказала о том, какое время сейчас на самом деле. Насколько это время сейчас, вот именно сейчас, в нашей жизни, это время самое благодатное для роста, для созревания, для несения и приумножения в себе самого хорошего. Вот доброты, честности, открытости, вот самых главных качеств. Я бы даже сказал, что, добавил бы, что мы должны научиться взращивать это. Мы должны вместе все это взращивать в себе, вот эти все эти чувства, которые потом можно было бы дарить, которыми можно было бы делиться, друг другу помогать, друг друга настраивать на позитивное мышление, делание. То есть... А еще такое чувство вот от самого названия «Нива». «Нива жизни». Такое ощущение от того, что «Нива» — это огромное поле возможностей. И в этом, ну, условно говоря, поле, да, образно говоря, в нем есть все необходимое для того, чтобы вместе идти, двигаться вперед, развиваться, растить в себе самое лучшее. Вот как образно, но очень просто и понятно, песня говорит о том, что, ребят, все есть. Все есть. Все есть. Начинайте, двигайтесь, растите, созревайте вперед. Действуйте, да, да. Огромное большое поле людей, душ. Вот прям песня утверждает вот это позитивное развитие событий. Да. Что оно будет, оно возможно. Оно есть. Оно есть. И оно будет только расти.